Значит, расскажу я, как Даша уже сказала, про книгу Чернышевского «Что делать?». Вот, а на слайде у меня Александр Васильев. Вот так получилось, значит, потому что книга Чернышевского во многом про новых людей. Вот, и мне показалось, что это забавный каламбур. Вот, следующий слайд, пожалуйста. Значит, собственно, почему мы вообще, и я, и вы, знаем, что есть такая книга «Что делать?». Значит, это получилось довольно странно, но в конечном счете просто потому, что она вот в школьной программе просто фигурирует, нам про нее рассказали в школе. Ну вот лично я ее в школе прочитал, ничего не понял. А кто еще так сделал? О, ну много кому будет интересно, я смотрю. Вот, значит, ну как вообще так получилось, что книга попала в школьную программу? Она там находится наравне с русской классикой. Книга написана в 19 веке, в 63 году закончена. Соответственно, идет наравне там со всякими красивыми именами, там с Тургеневым, еще с кем-то, с Достоевским, с Толстым. Вот. При этом книга с художественной точки зрения весьма посредственная. Причем это так написано прямо в тексте, открытым просто вот русским по белому. Вот. Сказано, что автор вообще не располагает никаким художественным талантом, занимается другими вещами. Ну, собственно, про новых людей рассказывает. Вот. Но дело в том, что значит, вообще как развивалась ситуация. В 19 веке на территории, где мы с вами сейчас находимся, была Российская империя, которая по многим параметрам мало отличалась от Российской Федерации сейчас. В частности, там сажали политически активных людей в тюрьму. Вот. Значит, и, соответственно, Николай Чернышевский, он, когда крестьян освободили, значит, Александр II в 1961 году написал «Всем привет, значит, крестьяне свободны». Вот. И в 1962 году Чернышевский со товарищи написали какую-то прокламацию, которая к крестьянам обращалась. Ну вот, по представлениям царского правительства, это было нельзя делать, и Чернышевский сел в Петропавловскую крепость. Вот. Но что интересно, он там, значит, писал книжку 1962-1963 год. Вот, писал книжку, и более того, он, не выходя из тюрьмы, он из нее так и не вышел до конца жизни, то есть он потом уехал на каторгу, потом еще на поселение, и так, в общем, арестантом и умер в 89 году. Вот, значит, не выходя из тюрьмы, он эту книжку опубликовал, что само по себе интересно, вот в Российской Федерации такое уже не очень просто сделать. Значит, книжка прошла цензуру, она была опубликована в «Современнике», в журнале, который вот тогда Некрасов публиковал, а вообще основал его Пушкин, вот, и, соответственно, вышла в свет таким образом. Несмотря на то, что она про новых людей рассказывает, а там даже с крестьянами было нельзя говорить, не то что там. Вот, ну, довольно быстро спохватились, цензорам дали по голове, номера «Современника» соответствующие, там с 3 по 5 за 63 год запретили. Вот, «Современник» сам потом закрыли, но по другому поводу. Но, тем не менее, значит, книга разошлась достаточно широко по России, а в 70-м году родился Владимир Ильич Ульянов, он же Ленин, вот, и через некоторое время ее прочел, и очень хорошо о ней отозвался. Вот, и даже написал свою какую-то публицистическую работу под названием «Что делать?». Вот, в результате вот этой вот, значит, цепочки событий, поскольку Ленину принято было молиться в Советском Союзе, значит, книга попала, как оцененная высоко вождем, попала в школьную программу. И вот поэтому мы с вами о ней говорим. Вот, вообще говоря, книга не то чтобы непременно оригинальные идеи излагает, там есть всякие разные мысли о том, что Чернышевский был последователем Фурье, это не того Фурье, которого ряды Фурье, а того Фурье, который фурьеризм, и все такое. Вот. И, наверное, там оригинальные идеи где-то коренятся в другом месте, но мы с вами вот оказались лицом к лицу с этой книгой, а не с оригиналами, просто потому что вот Владимир Ильич ее читал. Так получилось. Вот. Да, значит, вот, собственно, как Чернышевский с нами с вами разговаривает. Там есть много таких отступлений от сюжета, от лица автора к читателям. И вот такой текст, значит, прекрасный. «Нет, друзья мои, злые, дурные, жалкие друзья мои». Вот, это вы все неправильно поняли. Это не они стоят слишком высоко, новые люди, а вы стоите слишком низко. Это мы с вами. Вот. Ну, собственно, понятно, в чем дело. Чернышевский говорит о том, что вокруг него, значит, некий ужасный мир. Вот, но нарождаются новые люди, которые этот мир так или иначе изменят. Но вообще концепция такая, что они этот мир изменят, потом обычные люди нормальные их прогонят, потому что им перестанет нравиться. Мир потом опять деградирует, потом снова появятся новые люди, его снова изменят, и так будет колебаться, пока все люди не станут новыми. Вот, ну, такая вот идеология. Значит, я, собственно, здесь хочу про это рассказывать в основном потому, что, ну, новые люди, может, приходили, но мир изменился незначительно. То есть вот 63-й год, 1800, да, сейчас 2015, и очень много чего осталось примерно так же. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, здесь ничего не видно, вот, но я хотел предупредить присутствующих, что я буду рассказывать про всякие неприятные вещи, про домашнее насилие, там, например, про всякие корыстные дела, про утопический социализм, про алкоголизм, объективизм и некоторые другие вещи. Значит, если вас эти вопросы сильно задевают эмоционально, то не стесняйтесь, пожалуйста, покинуть зал, потому что я не хочу наносить никому психологических травм. Совершенно серьезно. То есть ваше здоровье мне дороже, чем все остальное. Точнее, не так, оно вам дороже, чем все остальное, поэтому вы примите решение и покиньте зал, если что. Совершенно серьезно говорю. Вот, поехали дальше.
Да, значит, ну ничего, к сожалению, не видно, очень жалко, но ну ладно. Значит, здесь я просто решил, что все-таки надо рассказать не только о концепциях, но и о сюжете книги. Книга вообще по фабуле роман. Роман о жизни главной героини, которую зовут Вера Павловна Розальская в девичестве. Вот. Начинается книжка, когда ей 16 лет, вот, и это по меркам того времени, значит, что она девушка на выданье. Вот, значит, ну и вот начало называется «Жизнь Веры Павловны в родительском семействе». Вот, жизнь там была не очень. Значит, у Веры Павловны, к сожалению, была мама, вот, и мама у нее была специфический человек, вот Майя Алексеевна, значит, там не зря замочек нарисован, потому что жизнь была совсем не очень. Вот, значит, сословие бедные дворяне, то есть отец чиновник, вот, при этом в семействе лидирует мама, вот, мама человек с такой непростой судьбой и причем так, поврежденный печальным образом, то есть деспотичный, очень грубый, пьет, бьет детей, третирует мужа, всяко-разно. В общем, жизнь была не очень. Ну, на самом деле, я вот сейчас так рассказываю, да, и перечисляю, как обычные вещи. Человек пьет, бьет детей, вот. А знаете почему? Потому что вот вокруг нас с вами сейчас это происходит. То есть в этом смысле 1863 год, он никуда не девался. То есть все так и есть. И Чернышевский, он обращается к людям своего сословия, да, то есть к более-менее образованным. Ну, Чернышевский сам был сын священника, то есть это примерно вот разночинцы и бедные дворяне, примерно один слой. Вот, что он говорит, ребята, вот у нас вот так вот, у нас вот так вот растут люди, неприятно. Вот, хочу сказать, что нам точно так же неприятно, действительно так растут люди. Если вы посмотрите вокруг, вы с необходимостью увидите людей, которые росли в таких условиях, причем буквально в таких. Вот, соответственно... Ну, там из примеров таких наиболее ярких. Мама, например, рассказывает дочери примерно до 14 лет, что дочь дурна собой и глупа. Постоянно это просто повторяет. Вот. Так что ребенок верит. А потом оказывается, что дочь надо выдавать уже замуж, потому что это выгодное предприятие. И линия партии резко меняется. Значит, дочь начинает одевать нормально, перестают ее бить. Говорите, что она плохо выглядит и так далее, и начинают, значит, пытаться выдать за какого-то там выгодного жениха. Вот, ну, ровно это происходит относительно редко. Сейчас в нашем с вами кругу образованных людей, я предполагаю, что здесь все в зале примерно одинаково образованные, но, тем не менее, происходит регулярно, если что. То есть это никуда не делось все. Вот, ну, собственно, такая вот завязочка. Вот, дальше появляется некоторый еще один человек, значит, первый новый человек в романе Дмитрий Сергеевич Лопухов. Он там что-то домашний учитель, учил младшего брата Веры Павловны, и он понимает, что вот он новый человек, значит, Вера Павловна новый человек, ее надо спасать. Вот, и всякими правдами и неправдами он там пытался ее спасти так и так, не получилось, получилось только жениться на ней уводом, то есть втайне от родителей. Значит, чтобы было понятно, в чем фокус. Фокус в том, что до замужества девушка собственность родителей, после замужества девушка собственность мужа. Женщина замужняя уже, собственность мужа. Поэтому, значит, вот этот вот брак – это такой акт передачи собственности, но он в данном случае произошел без ведома, значит, предыдущего собственника. Это вообще подсудное дело, можно было отсудить Веру Павловну обратно, но суд – дело дорогое, они решили не судиться. Вот, соответственно, вторая часть книги про то, как после этого спасения Вера Павловна живет с мужем. И там очень интересно, собственно, там вот начинается… рассказ про новых людей, и вообще вся эта схема, самый такой выпуклый новый человек, там как раз Лопухов. Значит, будущие дни, да, будущие тогда еще, вот когда они только решили, что это все произойдет, они договорились, что будут жить следующим образом. Значит, у них, во-первых, ну, Лопухов, он как бы воспитанный в своем веке человек, он говорит, что ну, все отлично, я сейчас брошу там все свои дела, которые у него были, он там что-то хотел наукой заниматься академической, вот, буду преподавать, соответственно, обеспечивать семью, все будет хорошо. На что Вера Павловна говорит, нет. Я тоже буду работать, мы, значит, будем обеспечивать семью вместе. Для 19 века абсолютно революционная идея, нормальные люди так не делают, только новые. Вот, ну, с этим у нас чуть-чуть полегче. Вот, дальше интереснее. Говорит Вера Павловна, например, мужу, что рук мне не целуй, пожалуйста. Вот, почему? Потому что целование рук – это на самом деле… такое формальное унижение мужчины перед женщиной, когда он показывает свое, так сказать, что он склоняет голову, но делает он так только потому, что женщину в грош не ставит. И понятно, что унизиться перед женщиной вообще не может, потому что он мужчина принципиально более, ну, высшего порядка существо. Вот. И Вера Павловна такого к себе не хочет совершенно, и они очень быстро говорили, что так не будет. Вот. А также жизни будут в разных комнатах, то есть у них в семейном быту проведены личные границы, у каждого есть свое пространство, в котором он живет, и другой туда может войти, постучавшись с позволения. Вот. Ну и, соответственно, есть какое-то общее пространство, в котором они видятся.
Вот, значит, ну, вопросы половой жизни там так очень обойдены стороной, хотя задеваются. То есть, видимо, они все-таки как-то жили супружеской жизнью, но очень такой нетипичный для 19 века в разных комнатах. Вот. Значит, все это продолжалось какое-то время, там у Веры Павловны начинается какая-то деятельность, она кроме того, что просто преподает, как и Лопухов, занимается, собственно, самым интересным, про что рассказывают в школе, про эту книгу, швейную мастерскую открывает, я про это чуть попозже скажу. Вот, ну, в общем, в любом случае это все как-то происходит, потом выясняется, что как-то они живут вместе давно, и тут выясняется, что характеры-то у них разные, что Лопухов человек в некотором смысле замкнутый, а Вера Павловна человек общительный, и ей с ним тяжеловато. Вот. Ну, тут возникает, ну, собственно, с самого начала там возникает друг их обоих уже такой вот Кирсанов, вот, который тоже новый человек, но он общительный. Вот, и возникает любовный треугольник. Это самая интересная, наверное, иллюстрация про новых людей, потому что, собственно, как новый человек Лопухов выходит из любовного треугольника. Значит, у него, ну, тут что происходит? Есть двое виноватых, два влюбившихся друг в друга человека, Кирсанов и Вера Павловна, вот, и Лопухов, который как бы вот он источник вины. Да? То есть есть муж, его жена влюбилась в кого-то другого, кто-то другой влюбился в нее, какой кошмар, все, труба. И эти двое, значит, делают всякие реверансы, говорят, да нет, да мы тут как-нибудь разойдемся, я там не буду к вам ходить, а я останусь с тобой. Значит, Лопухов говорит, ребята, что-то вы странное устроили. Это же неправильно. То есть мне, конечно, неприятно, что от меня жена хочет уйти, но это же все равно не будет работать. Ну зачем вы? Они сопротивляются. Лопухов делает следующее. Он уходит, инсценирует самоубийство. Уезжает за границу, там что-то такое. Вот. Значит, в чем посыл? Не надо так делать, пожалуйста. Пока я не прошу следующий слайд, не надо так делать. Спасибо. Ну, хотя тоже интересно. Вот. Значит, в чем посыл? Посыл в том, что новый человек Лопухов не преследует свою сиюминутную выгоду. Да, вот ему неприятно, да, у него семья разваливается, он любит жену, он не хочет, чтобы она его бросала. Он, тем не менее, не преследует свою сиюминутную выгоду и делает так, чтобы было хорошо всем. Ну и дальше там будет хорошо всем. Значит, эти двое поженятся, вот, а Лопухов по другой фамилии там вернется из Америки и будет с ними там в одном обществе вращаться, и всем будет хорошо. Вот. Собственно, образ нового человека Лопухова состоит в том, что он, когда на него упала какая-то жизненная проблема, не говорит, вот я хочу сейчас так, поэтому по моим непосредственным эмоциям я буду делать, как мне сейчас будет наиболее спокойно. Да? Не буду консервировать вокруг себя реальность, я буду делать так, как правильно. Я подумаю и сделаю так, как на самом деле надо. Вот это, собственно, и есть фабула, вот теперь можно следующий слайд, фабула этого самого разумного эгоизма. Вот, а следующий слайд мне вот зачем. Значит, это карета скорой помощи, ничего особенного, вот про нее в романе ничего нет, но я хочу привести пример. Значит, вот на машине скорой помощи смонтированы проблесковые маячки сверху, мигалки. Вот, есть такой вопрос, зачем? Вот это иллюстрация просто того, чем отличается понимание вот условного Лопухова от понимания там, не нового человека. Не могу задать вопрос в зал, поэтому буду сам отвечать за обе точки зрения. Значит, одна точка зрения. Проблесковые маячки показывают статус этого автомобиля, что это особенная машина, ее надо уважать. Вот, потому что у нее там важные дела, она возит больных в больницу. Вот, это одна точка зрения. Значит, другая точка зрения немножко другая. Она говорит о том, что машины скорой помощи иногда торопятся, начинают нарушать правила дорожного движения. А это опасно, в нее может кто-то въехать. Вот, поэтому проблесковые маячки и сирены ей нужны для того, чтобы предупредить всех остальных, что я сейчас буду нарушать правила. Пожалуйста, смотрите в зеркала не как обычно, а внимательно. Вот. И здесь есть принципиальная разница. Да? Одно дело ярлык, статус, просто я особенный. Другое дело, мне это вот для этого нужно. У меня есть конкретная цель, я ее преследую. Как только цель меняется или меняется обстоятельство, человек, руководствующийся вот этим конструктивным знанием, он может менять свое мнение. Человек, который ориентируется на ярлык, он видит маячки, синее ведро на крыше, неважно, да? Все, особенный. Значит, ну, этот статус, он приклеен к объекту, а не к смыслу. Вот, собственно, разница. Новый человек знает про смысл, а не новый условный человек знает про объект. Можно дальше. Это не надо, это дальше. Спасибо. Ну вот, соответственно, три вещи, ради которых имеет смысл ознакомиться с идеологией романа, который плохо написан, его можно не читать. Вот, это разумный эгоизм новых людей. Из него потом удивительным образом выросли всякие интересные философские течения 20 века. Вот, равноправие в семье и, собственно, идеальное производство, про которое я еще ничего не сказал. Значит, собственно, роман Чернышевского, он во многом такой эгалитаристический в смысле гендерного равенства.
Вот, и в частности, там Вера Павловна, которая, собственно, что делать, это про нее. Она вместо того, чтобы теоретизировать о том, как надо жить, она, собственно, пошла что-то делать. Взяла и завела швейную мастерскую. Интересный способ поменять мир, завести швейную мастерскую. Сколько у меня времени еще? О, отлично, очень хорошо. Ну вот, интересный такой способ. Давайте поменяем мир, заведем швейную мастерскую. Ну, значит, как так получается? Дело в том, что, значит, швейное дело – это занятие женское. То есть в швейной мастерской ни одного мужчины нет. Вот, и это производство замкнутое. Они, собственно, шьют одежду на заказ просто. Вот, в котором Вера Павловна может распоряжаться сама по себе и может как-то вовлекать в этот процесс и своих швей. То есть она создает новое общество в отдельно взятой швейной мастерской, на самом деле. Вот, ну, там такая забавная, значит, конструкция, что мы, ну, начали с чего-то простого, и потом постепенно пришли к тому, что мы делим прибыль поровну, что нам удобно там покупать что-то оптом, жить рядом, а потом жить всем в одной большой квартире. Ну, кто не замужем, кто замужем, тот с мужем живет. Вот, и так далее, и так далее. А еще в этой самой швейной мастерской насаждается образование, чтение и другие прекрасные вещи. То есть идея такой коммуны, социал-утопического общества, в котором все хорошо, потому что все, опять же, понимают свою выгоду как выгоду общества. Это, собственно, такая интересная очень идея, которая ну, была опробована несколько раз, как вы знаете, в истории, и пока не привела ни к каким ощутимым результатам. Вот. Промежуточный итог. Значит, вот у нас есть книжка, в книжке написаны какие-то, ну вот здесь на доске три тезиса. Да, значит, разумный эгоизм, равноправие в семье и вот это самое идеальное производство. Что мы имеем через там, больше, чем 150 лет? Разумный эгоизм не работает. 90%, 99% людей считают, что машина скорой помощи особенная. Просто особенная, никто не вдумывается. Вот. То есть реформа общества за счет вот, просто массовой популяции вот этих людей, которые вдумываются, не произошла. Тем не менее, можно заметить, что люди, которые вдумываются, регулярно что-нибудь меняют большое. Приходит один человек, ну, условный Илон Маск, да, и делает что-нибудь большое. Вот. То есть пока, если верить прогнозу Чернышевского, мы находимся в состоянии вот этой осцилляции, когда одиночные какие-то новые люди приходят и что-то меняют. Вот. С равноправием. Ну, в семье, не в семье вообще. Что у нас с равноправием? Значит, ну, в разных местах, как мы знаем, по-разному. Вот, но если подумать о том, как устроена семья по сравнению с идеалом, который рисует Чернышевский, то семья современная, которую я могу наблюдать вокруг себя в количестве там 1 миллиона экземпляров, ни на что не похожа вообще. То есть мы по-прежнему сидим в гендерных ролях, кто-то зарабатывает деньги, кто-то варит борщ. Вот, причем, а кто-то зарабатывает деньги и варит борщ, и воспитывает детей, да, одновременно, при том, что другой только зарабатывает деньги. Очень интересный подход. Вот. И при этом еще там куча всяких требований предъявляется к обеим сторонам. Там кто-то не должен никогда плакать, а кто-то должен там обеспечивать климат, какой-то внутренний уют, там еще что-то такое. Это кошмар вообще творится. Вот. При том, что существует куча всякой разной научной информации о том, что вообще нет никакой физической природы, которая бы обуславливала вот такое положение вещей. То есть не то чтобы там кто-то хуже умеет зарабатывать деньги, да, ну, в современной России вилка зарплат 30% между мужчинами и женщинами, то есть женщины по факту зарабатывают меньше денег в среднем, по крайней мере, вот, но это не потому, что они не умеют, а так исторически сложилось, то есть вот у нас просто еще 863 год недостаточно далеко ушел. Вот, такие вот интересные дела. То есть наш промежуточный итог такой, мы по каким-то, значит, направлениям остались просто на месте, по каким-то направлениям, ну, по равенству, например, все-таки перед законом все более-менее равны, да? То есть, ну, по крайней мере, женщина может сама отвечать в суде, уже неплохо, да, вот, с одной стороны, ну, и разводы, например, есть. Лопухов что инсценировал самоубийство-то, кстати, я забыл сказать. Знаете почему? Разводов, потому что не было. Вот, позор был бы огромный для жены уйти от мужа при живом муже. Просто нельзя так делать, поэтому пришлось провернуть целую там драму. Вот это мы все получили. Вот, что касается идеальных производств, коммун и так далее, следующий слайд, пожалуйста. Вот, тут плохо видно, но вообще-то это город солнца Томмазо Кампанеллы. Вот это одна из таких известных утопий. Ну, иллюстрация более поздняя. Вот, а теперь следующий слайд, пожалуйста. Вот, а это Машав Нахалаль, если я правильно прочел, вот ту подпись, которую не видно. Это в Израиле. Значит, Машав — это совхоз.
Вот, то есть есть кибуц, есть мошав. Кибуц — это колхоз, когда все вообще общее. Мошав — это смешанная конструкция, когда есть частная собственность, а есть общие какие-то средства производства, общие поля и так далее. Вот, значит, вот некоторые люди реально пробуют по сей день, это вот современная фотография, вот, пробуют, но как-то не распространяется. То есть эти коммуны остаются маленькими. Судя по всему, если мы говорим о такой совсем равноправной конструкции, то мы имеем в виду очень маленькие сообщества. То есть вот одна деревня — это максимум масштаба, который мы можем наблюдать. Вот. Еще пара просто интересных параллелей. Раз я достаточно быстро говорю, у меня хватило времени на эти слайды, я еще немножко про контекст расскажу. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это, собственно, Томас Кампанелло, который «Город солнца» описал. Вот. Ну и у него была такая очень смешная формула, что вот давайте мы, значит, решимся от себелюбия, просто выкинем часть себя, возьмем, выкинем. И у нас останется тогда только любовь к общению, потому что больше всего, остальное мы выкинули. Мы просто, значит, можем любить только окружающих. Вот, ну там наверху, неважно, что написано, ладно, следующий слайд. Вот, а это, значит, Николай Чернышевский, и он, собственно, хотел просто порядочных людей изобразить, и у него формула «будь честен, то есть расчетлив», то есть совсем наоборот. Выкинь всякую ерунду, и у тебя получится вот это самое хорошее равноправное общество, потому что тебе это выгодно. Потому что, собственно, когда мы говорим об урбанистике, да, о городской среде и так далее, мы пытаемся свой большой город превратить в маленькую деревню локальную, да, когда мы все друг друга знаем, мы общаемся с соседями, у нас приятно на улице, потому что мы не огромный социум на несколько миллионов человек, а что-то такое локальное, маленькое, приятное для соразмерного масштаба одного человека. Вот. И вот что-то такое, оно ну, как-то худо-бедно, там пешеходное, садовое, малое у нас есть. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, значит, а это Алиса Диновина-Розенбаум, более известная как Айн Рэнд. Вот, если кто не в курсе, значит, Айн Рэнд — это автор очень известной книжки «Атлант расправил плечи», к которой вот эта скульптура не имеет никакого отношения, но она просто про Атланта и в Нью-Йорке находится. Вот, значит, «Атлант расправил плечи» — это такой манифест капиталистического, извините, индивидуализма, такой крайний-крайний капиталистический текст, очень известный, очень популярный, вот, очень капиталистический. Да? То есть Чернышевский социал утопист, Айн Рэнд, такой капиталист, такой совсем прокапиталист. Вот, а мысль у нее точно та же. Давайте будем эгоистами, все у нас получится. Вот. И на самом деле есть какие-то исследователи, которые проводят просто прямые параллели, говорят, что вот там Чернышевский писарь в 19 веке говорили про разумный эгоизм, а потом Айн Рэнд в уже 20-м, там где-то в 50-е, что ли, она начала все это делать, собственно, подхватила эту линию, но совершенно в другую сторону повернула. То есть быть левым или правым в данном случае вообще без разницы. Да, разумный эгоизм тебя приводит к какой-нибудь модели идеального общества. Значит, ну вот я просто, раз уж я здесь, у меня хватило времени, скажу два слова про Айн Рэнд. Книжка про Атланта, ее как раз можно почитать, она повеселее немножко, чем «Что делать», хотя тоже очень занудно написано. Они как-то все, вот эти трое, о которых я тут упоминал, они все очень занудно писали, к сожалению. Ну, один вообще по латыни, там с ним трудно. Вот. Соответственно, у Айн Рэнд это такая как бы антиутопия про то, как все новые люди, на которых все время набрасывается общество за то, что они не такие, как все, сказали «да ну вас нафиг» и ушли куда-то в монастырь. И общество коллапсировало, потому что ничего не работало, все стало плохо, никто не делал дела. Вот. И там, собственно, есть идеальное общество этих людей, очень похожее по идеологии на то, что делает Чернышевский. Оно такое очень равное, но оно равное потому, что все за все друг другу платят. То есть не все общее, а мы просто всем за все заплатим. То есть вот ты пришел мне немножко помочь, я тебе заплачу, а ты мне скажешь, сколько это стоит с твоей точки зрения. Поскольку у нас рынок, ты меня не обманешь, не обсчитаешь, да, и я тебе не смогу не доплатить. Вот такая вот очень интересная, вывернутая наизнанку конструкция. Эволюция той же самой мысли. Да? Мы будем просто все думать, и вот у нас вот это получится. Еще можно сделать вывод, что разумно, в конечном счете, трудно сказать. Известен только способ мышления, да, вдумываться в причины, думать, зачем проблесковые маячки, что они символизируют. А вот какие выводы общество из этого сделает? Ну вот некоторые люди считают, что противоположные. Есть еще время? Я думаю, что мы просто лучше на вопросы ответим. Спасибо большое за внимание.